Я когда-то вот эти розы покупала, долго они растут, что-то, по-моему, у меня пропали они. 6,99 кулечек с розами. Так, магазин Aldi, вот он. Пол грязный, видите, вот о чем мы говорили с вами. В Америке много альтернатив, куда вы это самое. Вот Aldi, простой магазин, дешевый, он у вас есть, наверное. И даже грязный пол. Ну, правда, и Walmart бывает такое, есть такое. Ну, там кто-то разлил что-то, здесь же не грязно, но... Зайдете в Whole Food, дорогой магазин, там, конечно, чисто. И там играет... Better to buy one more. И там играет классическая музыка. Так вот, кто хочет при классической музыке жить и в ней стричь траву и прочее, не получится, девочки. В Америке жизни. Может, вот эти вкусненькие, кто знает, куки. В Америке, сейчас сказку покажу. В Америке жизнь такая, не сказать, что она там легкая, понимаете? То есть лохой не назовешь. Все надо обслуживать. Никто за тебя делать это не будет. Ханя, ну, read this one. Looks nice, no? It's okay? Okay, let's go. Никто за вас это делать не будет. Трусы вот так одела и пошла. Трусы одела. Даже трусы придется самой одевать. Ну, какие найдешь. Вот. Поэтому это. Вот они, видите, они готовят мало, они покупают готовую еду, микроволновку. Может быть, даже поэтому, потому что обслуживание дома, другие обязанности скажут, ой, ради бога, взяла пачку и засунула ее в микроволновку, понимаете? Вот, потом надо денег заработать, надо этот мёргич платить на дом, надо то все, поэтому так и осуждать их нельзя, что американка там не готовит, значит, это. Там, может, некогда ей особенно. Вот. И так она с молодости пошло и скажет, нафиг надо. Honey, take this one, пожалуйста. And what about fish, you told me, you show me fish, no? You don't see? Maybe not a correct place. Пустой какой-то магазин. А, this one salmon, окей. Сейчас возьмем, будем солить. Я сейчас хазбанта научу, как солить рыбу. Вот. Ну, а вот этот микроволновку вместе с мясом и жаришь готовый порк с этим, видите? Уже запакованный. Высыпал на противень и туда. Это про что мы с вами говорили. It's okay? Ого! Honey, it's heavy, eh? $18. £3, right? $18. This, yeah, smaller bite. This only two. 21. It's 3 pounds. Это полтора килограмма почти. Полтора килограмма, $18 за полтора килограмма. Yeah. Получается, полтора килограмма, $18, да? Так это... Про что мы с вами? Да все то же. Про то же биф. Порезанные кусочки бифа. Дрык-дрык-дрык. Это для сэндвича, видите? 4,49. Окей, go. Хазбан читался, побежит в туалет. Пусть бежит. Еще не хватало здесь это, не удержаться, да? Представляете? А видео какое было классное. Вот. Напрасно я сказала, иди. Надо было сказать, терпи. Терпи. Вот, ну, значит, а это опять говядина. Так. Ой. В Aldi он зашел, потому что какой-то салмон здесь, ну, эту вот рыбу, не вот эту, которую он сейчас положил, эту горбушу эту, или как ее сказать, семгу покупала, а какую-то вместе с чем-то. Трусишки. Дрык-дрык-дрык-дрык-дрык-дрык. И мне еще нравится, когда между ног трусишки идут кверху. Ноги трутся. Тык-дык-дык-дык. И трусы кверху здесь поднимаются, да? Ну, что мне надо было? Нет, мы уже за последние дни так проходили по магазинам много, что мне уже ничего не надо. Мне советуют какую-то там эту крупу. Но я ее отдельно посмотрю, не сейчас. Органик. Органическая, браун-рас, коричневый рис. Так он будет вариться 3 года.
brown rice. Но я этот магазин не любила, и мы очень редко здесь попадали. Это вот как-то последнее время мне это... Тут выкладка товаров такая из коробок. Видите, ну такое оно все, село. Это раз, но не поэтому. Что-то я не любила, потому что... Даже не знаю почему, по какой причине. Some fish frozen stuff, no? Or seafood. Others beef already. Все. We don't have, no? Pizza. Пицца, эти пельменчики с этим, ой, тоже они будут невкусные, тарталеты, тарталины. Но... А, это болонья колбаса. Болонья. Что взяли? Так, эти куки, яйца. Салмон, вот это буду его сегодня учить. Сказал, научи меня, понравилась моя рыба. Девочки, очень редко, чего им наша очень нравится. Так, сыр вот этот, все время беру, я вам уже его паскал. Мальчего в этом, паб, в этом Валте. Очень хороший сыр, очень вкусный. Значит, он из этого, шип. Шип это этот, овца, но овечья я не люблю ни лам, ни мясо овцы. Но это вкусно. Тюрки брест and... Крабовые пальчики, палочки, это уже мое. Это Напкинс, Напкинс. Так, все сказал, все сказал. Молоко. Ну, без молока он быть не может. Помрет сразу. На второй день. Ну, как маленький ребенок, понимаете? Ну, чем ты его накормишь? Двухмесячного ребенка. Если кормящей мамы нету. Ну, помрет же, помрет. Так и хазбан. Что стар, то что мал называется. Вот. Не люблю эти магазины. Вот это, ну, только что, ну, как-то из-за цены, ну, знаете, что сыр, и здесь сосиски, я вам говорила, да? Пакет, большой пакет с сосисками, я показывала уже. Как-то еще похоже на русское что-то. Русским духом пахнет. Может, потому что такой дешевый для бедных магазин. Не, нормально. Мне девчонки говорили русские много раз, я помню, раньше еще. Ой, боже мой, я забываю грибы приготовить. Купили грибы. Забываю, при том двух сортов. Stuffed mushrooms, да? Начиненная сыром с чем-то там. Ой, забываю. Господи, сейчас ему скажу, пусть мне напомнит. Если положила внутрь, туда, в отдел, где овощи, то я все, я забываю. А, что-то я ему говорила, забыла. Мне девчонки говорили, а вот Валди, вот я беру вот это там. Потом что-то там я взяла килограммами, там то-то, там грибы. Даже в банку кто-то там закрыл. Что-то такое они мне рассказывали. Я говорю, Валди, ну что? Ну да, ты знаешь, там и дешевле, и все. В принципе, можно в этом магазине тоже отовариваться. Но единственное, что он как-то непривычен, что он не похож на американский. Нету того-то, вот этого изобилия и всего выкладки товаров. Да, так, как обычно в Америке выкладывают. Ну, здесь все просто, по-колхозному. И очень мало видов, видов товара мало, то есть... Ну, пошли эти майонезы посмотрим. Кто-то говорил про... Так. Sweet relish, сладкий релиш. Это эти... Вот эти ничего, эти огурцы здесь брала, обыкновенные, похожие на русские. А кто-то говорит, я что-то говорю, там взяла огурцы, они могут быть сладкими, со вражеским вкусом. Осторожно, берите там дил, вот такие-такие. Рассказываю вам, кто написал. Так, если сладкие, их можно поточить, и будет как sweet relish, или купить sweet. Девочки, кто-то в Америке из русских ест sweet relish. Вы не можете себе представить, какая гадость. Конечно, если это, ну, сладкий огурец, маринованный огурец, потом в него добавьте сахару. Вот так вот, поточите его на мелкой, на терке.
добавьте сахар. Вот это свитрелиш. Ну, да еще маринованный эссенаж. Так он немножко, особенно такие как бочковые наши, знаете, немножко такой остренький класс. А то и маринованный в сахаре, еще потом сахар добавлен. Что-то в этом роде. И кто-то сказал, а я свитрелиш. О, боже мой, я еще и написала. Ну все, думаю, все. Хоть блокируй. Слышите, меня, когда я такое напишу, меня аж передергивает. Вот это точно вражеский вкус. Ну вот напишите, кто живет у меня. Но свитрелиш добавляется в хот-дог. Я еще ем. Ну, хот-дог, да, вот открывается булка, сосиска, томатный соус, капуста или свитрелиш. Иногда хазбанд не спросит и приносит с этим свитрелишем. Ну, что я там хочу? Свитрелишем. Ну, там же его немножко, там сколько там они его покапали. Ладно, еще пусть будет. А вот эту банку открытий, ну, банку, баночка, там они банками не продаются, еще куда-то их. Нет, я умру сразу. Сразу умру. Умру сразу. Точно так же я умру от сладкого мяса, сладкой ветчины, сладкой курицы. Медовой, медом помазанной курицы здесь, особенно на Thanksgiving Day, да? На День Благодарения. Это чипсы. Все. И сои макароны мне принес. Нет, Хани, я уже одним... Вот те макароны, что я показывала, Виндиксы дорогущие, пачечка маленькая, около $5. Обыкновенные стоят $1, да, макароны обычные. Но они здесь все, кстати, из твердых сортов пшеницы, не развариваются. Макароны в Америке, ну, нормальные, ничего. А он купил же вот такую пачечку за 5. Якобы очень это. И это нут этот, да, из гороха. Из муки гороха. И теперь еще одну принес. Так я ему сварила. Я же ему сварила. Сделала макароны по-флотски. Ну, так, это примерно макароны по-флотски. Аня, не показывай мне. Don't show me, please. Yeah. Yeah. Enjoy yourself. Yeah. Сделала. Мясо, кстати, неплохое было. И там было на той сковородочке немножко. Я съела. Что-то я начала есть. Но съела я такое, как... Ну, 2 как куриных яйца размером этих макаронов. Ой, боже мой, ну что-то вот не то они. Да они еще какие-то такие сытные, что одну ложку съел. И... Ой, ну вообще без вкуса. Он пришел. А он, значит, типа макарон начал лопать и говорит, а что? А я специально не говорю, а что это? Я говорю, это те, которые ты купил по бешеной цене. Цена как за мясо, а это макароны из нутца этого. А он... О, и не стал их есть. Он не стал, он остановился, нет. Потом я в контейнер загребла, думаю, я ему завтра предложу. Иногда бывает, он ест. Ну, leftovers обычно американцы не любят, но... Ну, иногда ест там он, смотря что. Я говорю, макароны вчерашние. О, но. Слышите, вот так вот. А сам учит всех здоровую еду. Вот он. Это мы про него все. Ханечка, sugar. If you need sugar. Small bag, no, small bag, it's okay. Все, пошли, let's go pay. У девочки тапочки мне нравятся. Ну, не у девочки, у мамы тапочки. Это они больше на 3 размера. Папы на тапочки мама носит. У нас гастрономы ходят в чем попало, да? Ну, не все. Многие люди, как вы видите, нормально одетые. Кто-то мне говорит, да у вас там проходят нормально. Да кто же говорит, это Индия фильм. Приехали. И платится. Бананас. Go to bananas. They have fresh over there. Over there, fresh bananas. Over there.